Мы уже рассказывали вам о том, что по вечерам на спортивных площадках вокруг центрального стадиона занимается много случаев и гостей нашего города. А на этой неделе мы обратили внимание, что и по утрам на нашем стадионе достаточно многолюдно. Так, в углу стадиона в тени среди занимающихся утренней зарядкой мы увидели звездного тренера по спортивным танцам, марафонца Вадима Савеченко. Мы уже не первый год, и даже не второй, и не третий проводим здесь Славутичи сборы. Мы привозим своих деток из Киева здесь и устраиваем учебно-тренировочные сборы. А это утренняя зарядка у нас с беговыми упражнениями. Слушай, а что, в Киеве нельзя было найти где-то стадиончик, там укромное местечко? Не, найти, наверное, можно, но нам здесь очень нравится, потому что здесь, с моей точки зрения, по соотношению цена-качество, компактность и природа, и все остальное, ну, я думаю, здесь близко к идеальным условиям вообще. Очень хороший хостел. У Володи Шнайдера, я не знаю, кто там сейчас главный, у них в этом году нас уже там и кормят, и мы уже здесь третий день, очень хорошее питание, очень хорошие условия, ну, зал есть, стадион есть, воздух чистый, все прекрасно. Вы только физически разминаетесь или еще и танцуете по вечерам? Нет, конечно, танцуем. У нас это утренняя зарядка, потом занятия у детей целый день. Разное совершенно. И растяжка есть, там и танцевальные занятия, и практика. И сегодня они, по-моему, будут прически учиться делать и краситься. Ну, их будут учить. А когда мы увидим тебя уже на соревнованиях, Славутич? Мы обычно весной, наверное, мы проводим. Тут памяти героев Чернобыля Дима с Юлей проводят. И, конечно, мы будем. Да, и если будем что-то бегать, тоже, наверное, приедем бегать. А, ну да. Да, и мы еще готовимся, вот наш коллектив, и я приглашаю всех славучан, кому интересно, 24 августа в Киеве будет забег в вышиванках. На Русановской набережной. Очень хорошее, интересное мероприятие такое. Пожалуйста, у нас очень много детей. Как раз у нас сборы заканчиваются. И они поедем мы в Киев и будем в этом принимать участие. Там и маленькие дистанции до 10 километров. Взрослые 10, 5. И там и километр деткам. И подарки очень хорошие. Голе солнце розжарене над містом висить. И від шаду машин кругом іде голова. Я згадаю про холодних озер блакить. Куди очень интересное мероприятие. Так что мы вот как раз сейчас наберем форму спортивную. И 24-го. А там финиш у вас получается. Ну да, и у нас и со Славутича детки поедут туда, там участвовать будут в этом мероприятии. Хорошо, ну удачи вам, развития. Спасибо и вам тоже, да, спасибо Славутичу. Что же это лишний раз подтверждает, что Славутич действительно спортивный город.